Это, напоминаю, финальный бой категории 9-11 лет до 45 килограмм. Ведется бой, иногда даже на супер дальний. В старину ботинки для савата подбивали гвоздями подошву. Ну, сават вышел из низших слоев общества, так сказать, с улицы. А простолюдины во Франции тогда носили деревянные башмаки. Очень ценились удары по нижнему уровню, потому что если поднимать ногу выше уровня пояса, ее можно схватить в уличной драке и перевести соперника на пол. Там боксировать уже будет сложнее. И французы, как люди практичные, старались выводить соперника в уличной драке ударами ниже пояса. Иногда даже в пах. Это если говорить об уличном савате. В спортивных поединках, конечно, удары раздельным решением судей победил Федотов Владислав, боец в синем углу. Занимает первое место.